Большая белая деревянная кукла – это персонификация Арджури. Есть такой мифологический персонаж, но это не мифологический персонаж на самом деле, это проявление архетипа женщины, которая мстит за насилие женщин, между прочим, даже, которая съедает, убивает мужчин. Большая белая деревянная кукла – это персонификация Арджури, чувашской мифологии. А тут у нас Неверкине, что у нас, где мы живем здесь изначально, что было, как у нас называется поселение Неверкино, да? Кто назвал Неверкиным, кого там привезли, этих староверов, только староверы еще сюда приехали, между прочим, никто сюда не проходил до этого. Короче, это персонификация Арджури. И персонификация она проявляется по-разному. То есть она проявлялась так в прошлом году. Большая белая деревянная кукла, она больше не дает о себе знать. То есть в этом году она как бы не проявлялась, да? Может, она появится. Я просто объясню, что такая большая белая деревянная кукла. Она ходила по здесь, вот, в лесу, в Неверкине. Искала жертву, шалила. Или могла бы, наоборот, подарить кому-нибудь счастье и богатство. Ну, скорее всего, она искала, кому причинить вред. И она и до сих пор, наверное, ищет. Только персонификация будет другой. Поэтому я не могу сейчас переписать свои главы книжки. Я даже книжку не буду писать, так как она не появляется. Придется писать другую книжку про нее же, про эту большую белую деревянную куклу, которая под 2 метра ростом. Белая, абсолютно белая деревянная кукла находит тут по лесу ночью. И может одарить здоровьем кого-нибудь или забрать его жизнь. Так.